Нам, взрослым, надо, наконец, смириться и принять. К новому поколению нужен совершенно другой подход. Ну вот, возьмем, например, музеи. Кто должен проводить экскурсии, чтобы дети слушали, разинув рты? Я уверен, что не голограммы и не роботы, а такой же ребенок, как и они. Встречайте, самый маленький экскурсовод в мире – 5-летний Саша Кухарский. Здравствуйте, Александр. Александр Васильевич. Александр Васильевич, выбачайте, я буду к вам так обращаться. Александр Васильевич, а вы в каком музее экскурсоводом работаете? Технология минулого. Где, скажи, пожалуйста, Александр Васильевич, этот музей находится? В Лодьку, замку Люберта. Как вы туда устроились? Как вы туда попали? Я человек, мама, тато, и наши экскурсоводы рассказывают экскурсию. Мне стало интересно, и я тоже захотел. А ты сможешь мне в своем музее устроить такую экскурсию только ночью? Я всегда мечтал ночью попасть в музей и иметь возможность потрогать руками экспонаты. Можно будет, да? В таком случае, друзья, нас ожидает совершенно уникальная, удивительная экскурсия. Я пошел встречать экспонаты из Луцкого музея технологий прошлого, а Александр Васильевич пока пообщается с Андреем Всеволодовичем. Идем, я тебя провожу. Обережно. Александр Васильевич, привіт. Привіт. Пане екскурсовод, скажіть, будь ласка, а що це у вас з коліном? Що це за шрам такий? Коли я був на Червоному морі, так, пішов в воду, була така хвиля. Ось така хвиля? Дуже сильна хвиля. Дуже сильна хвиля. І мене напхала на корал. Та ти що? Плакав? Вже просто вже зажила. Окрім таких гострих коралів, що тебе ще вразило так у Африці? Побачила таку рибу довгу. Акулу? Ні. А якби акула? Боїшся акул? Я можу її приручити легко. Що можеш зробити? Приручити? Слухай, а розкажи, як можна приручити акулу? Просто дати їй їжу. Якусь руку чи ногу віддати? Ні, їжу. Їжу? Іншого туриста туди заштовхати до неї? А що, бутерброд підійде? Тіло, курку, або слона. Або слона. Я зрозумів. Ти на Африку гроші де заробив? Тато із мамою тобі, напевно, платять гроші за екскурсію? Ні. А взагалі, про яку заробітну плату ти мрієш? 100 тисяч доларів. Ого! На що ти витрачатимеш таку суму пристойну? Мамі на квіти, собі на іграшку, татові на планшет, а бабусям на цукерка. Ти приїхав до нас зі своїми батьками, так? Як їх звати? Познайом мене. Тата звати Василь, а маму Оксана. Пане Василь, скажіть, будь ласка, кому з вас спала на думку така ідея, аби ваш синочок проводив екскурсії в музеї? Він ще навіть не міг добре розмовляти, ну, такий рівень, щоб розумів тільки тато і мама. І він підходив до відвідувачів і їм проводив екскурсії. Тільки вони навіть не розуміли, що це і є екскурсії. Ну, а зараз вже може повноцінну екскурсію провести. Ти ж до дитячого садочку ходиш, так? От де тобі більше подобається, в музеї чи в садочку? В садочку. Чому? Тому що там друзі. Ми тепер теж твоїми друзями усі стали, так? І, напевно, ти залюбки для своїх друзів проведеш екскурсію музеєм. У супроводі мого напарника Андрія Даманського. Ти не проти? Давай його привітаємо зараз на цій сцені. Уважаемые зрители,
Мы приглашаем вас на удивительную ночную экскурсию в музей старинных вещей, экспонатов из прошлого. Эту экскурсию мне проведет замечательный экскурсовод Александр Васильевич Кухарский. Александр Васильевич, запрошу на сцену. Прошу. С чего мы начинаем? Это что за экспонат? Це вогняний годинник. Як він працює? Як він показує час? Свічку вставляли в металеву конструкцію. Запалювали. Можна я її запалю? Можна. У мене і сірники є. Ну, я спробую, якщо це можна в вашому музеї. Можна. Ось ми запалили свічку. І що? І як працює її? Бачите малюнки? Ага. На этом белом фоне, получается, мы видим римские цифры, которые показывают нам, который сейчас час. И как понять, который час? Третья година. Третья година, ага. А вот что вот здесь за такая какая-то чугунная иголка? Коли виск, другая до стержня. Стержень. А, він падает. Падает и будет людей. С таким вот, со звонким стуком, да, так? Пах! Это такой будильник получается. Да, 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 это древний будильник, про который нам рассказал Александр Васильевич. Задуваем этот экспонат в огненный годинник и переходим к следующему экспонату, да? Морские яда. Их использовали на кораблях, чтобы палить корабли ворожи. Знаете что? Как оно работает? Вставляли в пушку, постреливали, утилеза, открывалися, были заховані, чтобы ломать... Матч тривати, відрива, взмовлятися у корабель, великі діри робити. Ну і, звичайно ж, кораблі тонули. Это значит, использовали для уничтожения кораблей и всего, что на них есть. Ужасное оружие. Ужасное. Так, хорошо, это какой-то страшный экспонат, я его уже боюсь. Чаша Пифагора. А как эта чаша работает? Для чего она? Зараз покажу, подивіться. Давай, якщо тобі потрібна допомога, давай я тобі допоможу. Давай, я буду тримати чашу, а ти? Вона не виливається. Так, ти льєш воду, але... вода не виливається. О, а якщо води наліть слишком много, ой, заодно і руки помили в музеї. Виходить, що якщо ти наливаєш чашу Пифагора, слишком много води, вона починає виливатися. А для чого хитрий Пифагор все це придумав? Для того, щоб... Раби пили однакову кількість води. А хто такі раби? Це людина, яка дуже тяжко працювала. Хорошо, з чашею Пифагора економного ми розібрались. Є ще один странний експонат. Це похоже на палки для костра. Да, будемо розжигати костер? Зараз покажу. Давай, розказуй. А ти одразу починаєш щось робити. Що ти робиш? Міст. А хто вигадав цей міст? Леонардо. Це черепашка-ниндзя? Или кто это? Или да Ди Каприо? А кто такой Леонардо? Ты можешь рассказать? Это гений. Тоже гений. Так гений же Пифагор. Да. То они двое гений. Умный гений. А что в этом в этой конструкции такого удивительного? Он без одной мотузки и хвостка. Если нужна помощь, ты говори, чтобы что-то там придержать. Щоб. Принцип я зрозумів. Це зробили. Так. О! Так, мы построили мост, мост, который придумал Леонардо. Ни одной веревочки, ни одного гвоздя. И ты утверждаешь, что этот мост настоящий, он выдерживает кого хочешь, да? Хочешь, вставай. И я могу встать, и он меня выдержит? Вот эти несчастные палочки. Ну, давай я попробую. Страшно. Но он таки действительно меня выдерживает. Вот это да! Ай да Леонардо да Винчи, действительно гений! И ты молодец, Александр Васильевич, что собрал такой замечательный мост. Александр Васильевич, я вам чрезвычайно признателен за эту феерическую экскурсию. Это было очень круто, здорово!
Саша, у нас есть для тебя особенная награда, которую, я уверен, ты обязательно заберешь с собой в будущее. Итак, я попрошу вынести в студию медаль круче всех для Александра Кухарского. А еще тебе в подарок игрушка, о которой ты мечтал. Экспонат из будущего. Робот-трансформер. Медали, подарки в студию. Наша медаль круче всех. Целый рюкзак со сладостями. Давай я тебе надену его на спину. Вот так. И теперь поворачивайся к Даманскому. Саша! Робот-трансформер!